Salam əziz dostlar. Ayrıca salam verməyə peşmənim deyə bunlar yalan. İmkan verməyə. Nə istəyirsən? Ha valla. Valla bir dəqiqə bir nəyəm onu vurur. Allah bak bir dəqiqə. Bir nəyəm əziz dəqiqə. Bir dəqiqə görürüm mənə. Bizim olanı qızadı bir dəqiqə. Bunun mədəsini girdi. İmkan verməyəm. Gel bura göre. Gel bura. Bir dakika ezler. Bir tane daha bir dakika. Bir dakika altta da bak. Ha bana bir tane sinen gibi var. Allah. 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 Allah bir tane sana. Yarmışınla. Yaa. Vehşi. Güllə özünə qədər, baxın, bir yüzünə qədər. Ah, gəy. Gəl, bura görəyə, bura gəl, bura gəl. Bura gəl, sən də görəyə gəl. Allah. Okey. Salam əzizlər, sizi 12-ci bölümdə görməyə hamınızı şadam. 12-ci bölümdə qaldığımız yerdən missiyalarımıza da davam edək. Okeymi? Okey, Sabrina'ya gedək də. Danar, Sabrina. Sabrina yanına gedək birinci. Ana Sara. O birinin yanına gedərəm. Üçəziz bu sürətə artırır. Allah. 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 Allah sənə vura. Sənə vura. Sonra kim var? Sen de öyle var. Bir de müslahımızı şey içeyi. Kofemizden de içeyi biraz. Oyuna kod verek. О, супер, мак кофе. Ничего не надо. Я нашла одного из пилотов. Зовут Линкольн. Используйте его. Ладно, этого мало. Опять? Да пошли вы. Все слышала? Каждое слово. И хотя мне очень хочется заткнуть ей рот, похоже, что тебе стоит потянуть за эту ниточку. Если ты сможешь провести транспортер навстречу, мы узнаем, что они затевают. Окей. Окей, сеардан гер, далга. Далга обабдан гелир. Gedək dalğanın gəldiyi yerə. Aha, var orada. Sağ
Салам, где сэр? Где тебя? Баллиста 2-2, это Red Crown. Ага. Как слышно? Red Crown. Оскар 6 эхо. Вас ждет Лим Зулу 1-9 Джулиет для сопровождения командира Элиса. Прием. Окей. Вас понял. Кирилла. Баллиста 2-2, это командир Элис. Это спасибо за сопровождение. Прикрывайте да? тылы и будьте готовы к атаке с воздуха. Не хочу заставлять ждать командира Феникса. Да я прямо горю желанием с твоими дружками из Феникса побеседовать. Так что веди меня к ним, козлина. Ага, месседж. Шевелитесь, капитан. 2-2, расчистит для нас путь. Сбить птичек, понял. Там сзади. Неплохо, сынок, неплохо. Что за город? Просто рассадник болезни. А без белого света, боюсь, нет другого выхода. Отцов, Таныш, посудь, гиряй. Внимание, 2-2, новые враги подходят. Первый раз чувствую себя в безопасности с тех пор, как попал в зону. Чуть меньше дома, хлопья, меньше доверия. Вот такие пилоты и победят в этой войне. Зырц. Летай так дальше и налетаешь себе повышение. А, кисти. Прикройте Оскар 6 эхо. Прием. Öldürdü yolları. Еще чуть-чуть. Отличный выстрел, 2-2. Окей. Задница, командир. Был бы другой способ, не было бы никакого Феникса.
Летай так дальше, станешь моим личным пилотом. Ред Краун, это Оскар 6 Эхо. Мы добрались до точки Альфа. Прием. Ага. Да. Огонь по крикунам! Работайте! Живо! Ала. Неплохо, сынок! Неплохо! Ала. Это Оскар 6 Эхо. Мы добрались до точки Бета. Окей. Не подпускай ко мне крикунов! Первый раз чувствую себя в безопасности с тех пор, как попал в зону. Нам нужны все четыре командира, чтобы запустить проект «Феникс». Дана, ты это слышишь? Кажется, они очень спешат. Ты должен уничтожить всех четырех командиров. Они все равно будут действовать по плану, но это даст нам немного времени. Атаковать гидр! В атаку на этих гидр! Шевелись! Славно не летал со времен Кореи. Это Оскар 6 Эхо. Мы добрались до последней точки. Баллиста 2-2 заслуживает благодарности. Окей. Баллиста 2-2, это Ред Краун. Приземляйтесь и отчитайтесь. Прием. Ладно, Джеймс. Ты должен убить всех командиров, пока еще не поздно. Расслабься. Будет сделано. Всем постам, это Ред Краун. Ваша задача атаковать и подавить врага. Прием. Кто из этих ублюдков Элис? Блин, да все эти сволочи на одно лицо. Тишина. Вообще. Ты говоришь, как у
ученый, а не как солдат, сынок. Нервно-паралитический газ не нанесет вреда окружающей среде. Всю территорию можно захватить за 72 часа. Ковка. Так уничтожено будет все. И население, и инфраструктура. Стратегически это менее выгодно.